Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня мы с вами будем делать оригами в виде бабочки. Для этого нам понадобится квадрат из бумаги. Я взяла голубого цвета. Итак, мы с вами его складываем пополам и проводим линию. Потом разворачиваем и складываем в обратную сторону. Также разворачиваем и теперь сводим нашу диагональ от угла к углу. Также разворачиваем и делаем следующую сторону. Теперь, когда мы сделали нам линии, которые мы видим, мы берем центр, сводим его пальчиками и выворачиваем наши стороны, чтобы получился треугольник с этой стороны и с этой. И зажимаем. Теперь, когда наш треугольник такой интересный готов, мы его кладем носиком от себя, берем один край и загинаем кверху. Также берем другую сторону, таким же движением соединяем с центром. Переворачиваем обратной стороной, берем верхний угол и тянем его на себя, так, чтобы он выходил заступом за нашу горизонтальную линию. И делаем подворот. Теперь мы разворачиваем открытой стороной и складываем пополам. Прижимаем центр, так как здесь очень много бумаги, нужно придавить очень сильно. При развороте также мы нижние части загибаем. И получается у нас с вами вот такая бабочка оригами. Я надеюсь, что у вас получится еще лучше. До новых встреч!